Все, Меркурий зафиксирован. 2 августа 2020 года. Сбылась мечта идиота. Все не мог я его никак найти, этот Меркурий. Вот он наконец-то. 4 часа утра. 2 августа 2020 года. И только я его заметил, нашло вот это вот облако. Оригинально выглядящее. Нашел этот Меркурий за видео 2 звезды. Геркулес и Аполлон. Думаю, ну должен же быть Меркурий рядышком. Ай, вот он красавец. Ну что, даже фазу его видно, да? Буду резкостью играться. А вы меня ругаете. Я не буду. За провод заходит. Меркурий спрятался за провод. Ладно, пошли. Вон, смотри, какая у нас есть Венера. Пока на нее посмотрим. Ну, в комментариях просили меня снять Венеру, ой, Меркурий. Но сколько я не пытался, из полей за Харьковом снимал. Ждал специально, на работу опаздывал, чтобы снять, увидеть Меркурий. Так, отошел. До Венеры 95 километров миллиона. Вышка наполовину вообще освещена. Надо попробовать другие настройки светочувствительности. Но боюсь, на Меркурии их не хватит. Уж слишком он яркий. Облака растворились, ты представляешь? Взяли самый восход Меркурия, скрыли, теперь растворились. Ах ты ж мой красавец! Где ж ты так долго от нас прятался? С такими облаками, домами. Отошел. Да, насыщенная сегодня ночь прошла. Бессонная, но крайне насыщенная. До полуночи снимал. В зените был Юпитер. С Луной сблизился на 1,5 градуса. Потом в 2 часа ночи пошел под окружную практически, поснимал Венеру, Марс и опять же Луну с Юпитером и Сатурном. А вот теперь еще и утречком удалось зафиксировать наконец-то Меркурий. Так долго уловимый. Ну все, сейчас попробую с другими настройками снять. Но из-за этого огромное матушке природе спасибо.